4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Только в Украине ежегодно умирают 90 тысяч человек. Сегодня Национальный институт рака посетил президент. Виктор Янукович побывал в отделении детской онкологии, где лечат самых маленьких из всех регионов страны. Глава государства осмотрел палаты, пообщался с пациентами и врачами. Передал сертификат на получение нового оборудования. Это аппарат для хранения и смешивания компонентов крови. Кроме того, привез маленьким пациентам подарок. Подарки, игрушки и книги. Врачей заверил, государство обеспечивает лечение онкобольных полностью, а детям пожелал скорейшего выздоровления. Сегодня робиться все в цій лікарні заради того, щоб отримати тут ту надію, яка є і у діточок, і у батьків. Дуже часто буває, що остання надія, вона збувається. Я хотів би побажати вам, щоб вона у вас збувалась.